Всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня вместе с вами пойдем в магазин низких цен «Светофор». Посмотрим, какие новинки у нас здесь появились, какие цены, актуальный ассортимент. Это город Курск, стройгигант Косухина 51. Я вам всем желаю приятного просмотра. Так, ну что, друзья мои, мы с вами в «Светофоре». Смотрю, что здесь сейчас по стирке хороший гель. Это «Зина», гель для стирки. 242 рубля. Большой такой литраж у него на 5 литров хватает на 170 стирок. Так, еще из такого, что прям проверенное, могу вам посоветовать вот этот кондиционер для детского и взрослого белья. Тоже 5-литровая канистра и стоит также бюджетно 261 рубль. То есть, понимаете, да, за этот литраж неплохо. Еще из жидкого сейчас вижу вот такой гель для стирки. Здесь гель плюс кондиционер. Здесь уже литраж поменьше 3 литра, 225 рублей он стоит. Я такой, правда, не покупала. Напишите, если брали, понравился вам он или нет. Еще многие спрашивают про пеленки. Смотрите, здесь сейчас они есть в продаже. Пеленки впитывающие, одноразовые. 60 штук их сразу в этой упаковке. Размер 60 на 40 сантиметров. Так, давайте смотреть цену. 552 рубля. Привезли посуду, она у нас такая была уже, но быстренько ее разобрали. И вижу, что снова в продаже тарелки. Производитель Китай, это керамика. Цвета разные, вот есть с красным рисунком, с зеленым. Это, видите, другая немного, как глубокая такая идет. Цены у них примерно одинаковые, 73 рубля, 63, то есть бюджетненько. Так, и еще есть белая посуда, суповая тарелка есть. Это опаловое стекло. Кстати, вот такая вот мне понравилась. Приятная, комфортная, служит уже, в принципе, долго. Она здесь стоит, тарелка суповая, 80 рублей. И еще из этой серии я видела салатничек. Салатник, вот он. Тоже такой объемный. Кто любит белый цвет, прям присмотритесь. Объем 970 миллилитров. Салатник стоит, давайте смотреть, 84 рубля. Цену вам назвала не на этот салатник, а вот который в цветочек. Этот стоит подороже, по 102 рубля. Вот она цена рядышком. Как раз написан миллилитраж. Сколько миллилитров в нем и, конечно, диаметр. Так, еще смотрите, в каком хорошем большом количестве у нас вот эти вот большие сотейники, или как она называется, жаровня летая. Алюминиевая с антипригарным покрытием, 28 сантиметров в диаметре. Действительно, жаровня такая тяжелая, стеклянная крышка. Сама жаровня, если я не ошибаюсь, на 4 литра она. Так что они есть в продаже. Еще я заметила новиночку в посуде. Давайте смотреть, что это за тазик у нас. Алюминиевый какой-то тазик. Так хочется его вытащить, пощупать. Не тяжелый, но прям объемный. Литров, наверное, на 5. Так, честно. Да, на 5 литров. 269 рублей. Миска, написано, нержавеющая сталь. Ну, комфортная, не тяжелая. То есть, в принципе, приятная такая. Толщина стенок указана 0,3 миллиметра. А диаметр 32 сантиметра. Сразу видно, что объемные. К нам такие первый раз привозят. Давайте вытащим, посмотрим из упаковочки. Ну и сразу скажу, что сделано в Китае. Также в продаже есть средства для мытья посуды от этой же торговой марки. Вот я вам показывала гель для стирки. Мне нравится. 5 литров. Если есть свой дозатор какой-то красивый, 247 рублей. Так, еще вижу здесь средства для сантехники, ну для ванной комнаты, для туалета. Лимонная свежесть, вот такой вот санфор. Удобный носик здесь, удобно наносить. Ну, знаете, чтобы придать какую-то свежесть, вообще отлично. И он достаточно большой, 83 рубля здесь, 1000 грамм. Так, белизну вижу в таблетках, тоже отличный вариант, по 83 рубля для наведения чистоты. Могу сказать, что 30 штук в упаковке этих таблеток здесь. Ну и цена бюджетная. Знаю, что вам многим тоже нравится. Все-таки отлично, что придумали именно в таблетках. Разводишь сколько нужно. И таким образом она у тебя не стоит просто так. Так, здесь у нас мыло. Кусочек 200 грамм стоит 31 рубль.
смотрим с вами дальше. Вот это средство уже похуже, как я вот поняла. 10 в одном, это тоже у нас средство для чистоты в ванной комнате. И получается 750 миллилитров. Ну и стоит оно побюджетнее, чем Санфор, по 47 рублей. Еще классный товар, который мне здесь понравился, это вот такой антипригарный коврик многоразовый. Размер у него 60 на 40 сантиметров. На нем все готовится легко и просто, без лишнего масла. Вот так вот он выглядит внутри. И подходит для разных блюд. И для выпечки, и для мяса, для рыбы, для овощей. В общем, все, что придумаете запечь в духовке, вам этот коврик поможет. Здесь он стоит 148 рублей. Ниже цену не видела. У нас есть еще магазин Абсолют, тоже такой подобный, как Светофор, но там даже он был подороже. Так, и еще есть сейчас в продаже фольга универсальная, саяночка. Давайте смотреть. 67 рублей. 29 сантиметров на 15 метров. Друзья мои, вы просили показать, что сейчас есть в продаже из постельного белья. В принципе, есть, да, что-то есть. Выбор может быть не такой огромный, как хотелось бы, но все равно есть. Давайте смотреть, что именно. Это у нас двуспальный комплект. И вижу, из этой серии есть полуторки. Давайте посмотрим. Это у нас Мака Сатин написано. Производитель — город Иваново. Сделано в России. Состав 100% полиэстер. Ну, получается, такая ткань скользкая будет, не натуральная. Но они и стоят здесь бюджетно. Вот смотрите, что у нас будет по цене. Комплект постельного белья двухспальный 807 рублей, полуторка 690. Ну, это очень бюджетно. Еще у нас есть двуспальный из фланели 1965 рублей. Это Туркмения, 200 на 220 его размер. Они сразу видны, что они будут другие. Сейчас вам покажу. Напомню. Они вот, видите, какие сразу широкие. Ну и упаковочка сразу видно, что от другого производителя. Вот эти фланелевые, такие приятные, знаете. Чувствуется, что хлопок, но хлопок не жесткий, как это бывает. Вот есть белый с синим рисунком, с черным. В общем, надо смотреть. И еще были цветные. По-моему, это тоже фланель. Да, написано фланель. Поэтому присматривайтесь, кому что. Так, здесь у нас еще есть сейчас в продаже матрас. Ну, вот такой вот он. Декоративный, мне кажется. Не тяжелый абсолютно. Ну, может быть, куда-то на дачу. 1069 рублей. 6 на 80 на 200 сантиметров. Россия — производитель. То есть, тоже сейчас есть он в продаже. Тоненький, конечно. Ну, получается, 6 сантиметров у него высота, если можно так, да, по матрасу выразиться. Что касается одежды. Джинсики мужские также все в продаже. Я смотрю, что их потихонечку разбирают, потому что они стоят очень бюджетно, там что-то 1000 рублей. Детские комплекты, шортики, футболочки и на мальчиков расцветки, и на девчонок. Давайте посмотрим. Шорты, футболка 257 рублей. Это все Узбекистан, друзья мои. Футболочки женские по 165 рублей. Платье по 196. Это тоже на девочек платье. Футболка женская, смотрите, есть. Просто вот яркие такие, без принта какого-то определенного. Тут тунички женские. Очень приятная ткань. Я вот такое обожаю. В Иваново заказываю на любимом Васильке. Точно такая. Вот прям именно хлопок. Так, здесь у нас футболочки пола мужские. Тоже смотрю, что выбирают, конечно. Ну, возможно, и подвозят. Что-то вывешивают. Потому что выбирают тоже хорошо. Видите, пола разноцветные тоже мужские. Так, и спортивные костюмы детские. Конечно, олимпийка. И приятные такие на ощупь штанишки. На молнии все как полагается. Кстати, пошив замечательный, я смотрю. И цена, конечно, тоже радует. Сейчас посмотрим с вами на цены. Туника женская 347 рублей. И спортивный костюм детский 730 рублей. С 3 до 12 лет написано. Ну да, вот это прям такой. Может быть, лет на 9, наверное. Ну, в общем, нужно смотреть, конечно, что по остаткам. Еще, кстати, запакованные костюмчики у нас, вижу, что есть вот здесь. Футболки тоже есть еще в продаже. Ну, это я к тому, что размерчики все-таки можно найти.
Так, что у нас здесь по рыбе? Давайте смотреть. Во-первых, есть в продаже креветка. 655 рублей – это цена за килограмм. Смотрю, что они сразу фасованные. Где-то на 390 выходит на 360 вот этот лоток. Ну, креветки большие, королевские. Так, стейк зубатки у нас по 187 рублей. Это цена за килограмм. Где-то в целом на 200 рублей кусочек вот выходит, как у них расфасовано. Просто просите говорить, поэтому я вам говорю, на сколько лоточек выйдет. Так, вижу, что есть мойва. 87 рублей. Тут у нас сельдь по 88. Это что касается рыбки, конечно. Так, а это что? Кальмар. 305. Цена за килограмм где-то на 440. Вот пакетик лежит этот. Все так заморожено хорошо. Скумбрия. 196 рублей. Или 8. 198, наверное. Крупная рыба, это кижуч, да, на 503 рубля, но вот рыбка где-то выходит 788 или 918, ну, видно, что она прям такая большая, крупная, без головы, кстати, а это у нас какой-то ассорти, морской коктейль, замороженный, вот она, цена, первый ценник, за килограмм 327 рублей. Так, вот здесь вот еще к нам привезли сюда дыни, по 99 рублей за килограмм. Где-то одна дынька выходит на 170 рублей. Поступили в продажу крышка металлическая, винтовая, по 78 рублей. Это одна упаковка, где 20 штук крышек. Вот они. Верхняя такая симпатичная, но остальные такие простые. Я смотрю, что как-то, знаете, товарчиков у нас не становится больше. Прям даже наоборот, все разбирают, раскупают. Как будто магазин становится попустей. Новенького что-то ничего особо не вижу. И старенькое разбирают хорошо. Дуршлаки-сушилки по 87 рублей. Это у нас для дома, если говорить. Так, еще мы давно с вами не встречали вот такие вот наборы. Это кувшин пластиковый плюс 6 стаканов. 6 или 4 там. Сейчас посмотрим с вами. 4 стаканчика. 153 рубля стоит такой набор. Тоже бюджетно. Их быстренько расхватывают. Сейчас лето. Все ходят на природу, на шашлыки и так далее. Кто-то для дачи приобретает. Так, тут у нас еще ведра по 86 рублей. Пищевое, кстати, ведро. А 89 рядышком стоит 11 литров. А это чуть поменьше. 10 литров. Тоже пищевое. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет продолжение, поэтому я с вами буду прощаться. До новых встреч. Спасибо за лайк, за подписку и до новых встреч. Всем пока!